канале Лайк Ева Плюс. Сегодня мы будем снимать Майнкрафт. Милана, а ты знаешь, что такое Майнкрафт? Нет, не знаю. Это такая игра. Интересная. Ну да. Ты мне расскажешь? Да, я покажу. Хорошо, ну включайся. Ой-ой-ой. Ой, как интересно. Что там у тебя такое рассказывается? Это заставка. Тут написано Майнкрафт. А, вот как. Почему у меня сразу две заставки? Почему две? Потому что у меня вначале одна заставка, а сейчас вот эта вот. Ну и ладно, пусть будет две. Не расстраивайся. Оп. А сейчас это что? А это сейчас я хочу загрузить мир. А какой? У меня тут их 18. Да? Угу. А какие это 18? Расскажи мне, пожалуйста. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну, а какие они? О чем это? Классные. Классные? Угу. Ну, хорошо. Хорошо. Это меня все убьют. Да? Угу. Убьют. Они увидят. Ева, угу. Получается у тебя... Загрузка? Да. Ох ты! Долго? Где это здесь? Поднимаюсь. Куда? О, теперь можно нормально прыгнуть вниз. А куда это? А это на землю. Все хорошо? Угу. Да? Давно ты не играла в эту игру, да? Да. Любишь ее? Да. Больше, чем Стар? Нет. Brawl Stars тоже хорошая игра, да? Угу. Или, кажется, я вижу там две овечки. Да, я вижу две овечки, значит, можно будет скрафтить кровать. Сикс. Надо сделать для этого выжиманку. Да. Угу. Овечки-то хорошо. Угу. Можно с них добыть шерсть, чтобы потом сделать кровать. А-а-а. И для этого надо их убить. Ой, они бегают, мекают. Да? Ага, могу погромче сделать звук. У меня тут есть стригалка? Нету. А куда овечка? А куда? К свинье? Зачем к свинье? Ой, я случайно свиньку ударила. Точно, я ж могу передвигаться с помощью этих кристаллов. Оп. Ой, как интересно. Больно. Кому больно? Мне, тут если я перед... Ай, кто это меня... Чешуя! Что за чешуя, Евочка? Чешуя, которая всегда бьет. А! Ну тебе же по-настоящему больно, нет? Тебе нет. Там в игре больно, да? Ага. Угу. Надо срочно плыть и на этот остров. Их тут много. Угу. Ха-ха-ха, чешуя нет. Не здесь. Сикс, если у меня ХП продвижается, значит у меня нет голода в Майнкрафте. Сикс. Интересно. Надо теперь а мне что делать... вы там кушаете? Что? Что вы там кушаете? Ну, всякие там... ну, мяско, печеньки, курочку, тортики. Угу. Ну, что мы будем делать? Вот что. Себе добывать деревья. Ну, давай. А потом досочки. А с помощью досок я смогу скрафтить верстак, из которого можно скрафтить все. Ну, молодец. Так интересно рассказываешь. Сикс, надо все деревца потратить. А это мне, честно, надо еще две разделить. Оп. 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 Сикс, что я хотела скрафтить? А, кровать. Будет кроватка. Да? Ага. Большая? Да нет, обычная, маленькая, на которой все помещаются. Да, и я тоже помещусь. Блин, мне же надо третью овечку.
Убить. Жалко овечек убивать, да? Совсем не жалко. Еще будут спавниться. Разработчики так сделали, что они будут спавниться вечно. Понятно. Что бы ты ни сделал, все равно они будут спавниться. Мне не кажется то, что я вижу третью овечку. Не маленькую. Но маленькую я не буду убивать, потому что с нее ничего не выпадает. Да-да. 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 Оп. Оп. Скоро у меня будет первый уровень. Ура-ура. А давай... Ну, вообще тут нет уровней, я имею в виду, а о том, что... Ничего себе сравнится. О том, что у нас будет очень много шансов, что мы победим. Ура! Ну, то есть много шансов, что тут будет белая кровать. Ура, ура, ура! У нас белая кровать. Да? Угу. Девочка! Что? Поздравляю тебя, у нас белая кровать. Ну, теперь мы можем ночью спать спокойно. Да, и я тоже, да? Угу. И ты тоже? Угу. И куколка, только которая... Только это в Майнкрафте. Мне не кажется то, что я вижу улей? Да, это улей. Это что значит? Ты мне расскажи, пожалуйста. Это домик пчел. Ну, пчелки что делают-то? Медик? Медик или кусаются? Если у них забрать на выживание в Майнкрафте медик, то они... О, ничего себе, смотри, Милана, пчелки! Ура, ура! Если пчелку ударить, то она будет тебя бить. Ой, не надо, не ударяй, я не хочу. Не хочу, чтобы меня били. Пчелка хорошая, хорошая. Надо им цветочков. Ну? Эй, пчелки, смотри! Смотри, пчела! Смотрю, смотрю! Эй, пчела, пчела! Я им сделала цветочек. Спасибо. Чтоб им было где собирать нектар. Здорово, будь медик. Угу, только я не буду забирать. Вот, теперь надо... О, точка появления задана. Спать можно только ночью. А когда ночь начнется, мы выключимся, хорошо? А потом сделаем вторую серию, ладно? Угу. Если что, мы будем тут играть до утра. О! Ночь? Нет, я уже ложусь тут спать в Майнкрафте.